Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Вы все еще умножаете на 7, когда хотите перевести возраст собаки в человеческий? Такая формула больше не работает. Ученые из Калифорнийского университета предложили более точный способ определения возраста собаки в человеческих мерках. Какой? Сейчас расскажем. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика. Тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе «Приложения», который находится в настройках вашего телефона. Умножить количество лет собаки на 7, чтобы узнать ее возраст по человеческим меркам. Такой способ большинство ученых считают неверным и необоснованным, ведь никакой научной базы этот метод не имеет. Команда генетиков из университета в городе Сан-Диего решила вывести точную формулу пересчета возраста собак в человеческий. Помогло им в этом сопоставление эпигенетических часов. С годами в ДНК человека происходят изменения. К определенным участкам присоединяются метильные группы, которые и позволяют правильно оценить возраст. Ученые из Калифорнии выяснили, что такой процесс характерен не только для людей, но и для собак. Для исследования генетиками были отобраны 104 лабрадора в возрасте от 4 недель до 16 лет. У этой породы наиболее ярко выражены процессы накопления метильных групп, поэтому именно она была выбрана для научного эксперимента. Процесс метилирования у отобранных собак сравнили с аналогичным процессом у 320 специально отобранных людей. Оказалось, что собака стареет быстрее человека в первые 4 года своей жизни. После же этого момента процесс старения у лающих происходит наоборот, медленнее. Так, к примеру, учеными было выяснено, что ДНК 2-летнего лабрадора была эквивалентна ДНК 40-летнего человека, а к 10 годам возраст лабрадора, исходя из его ДНК, соответствует возрасту человека 68 лет. Чтобы выяснить, сколько лающему питомцу лет по человеческим меркам, нужно вспомнить математику. Новая формула пересчета содержит в себе натуральный логарифм. Итак, чтобы определить возраст собаки по человеческим меркам, необходимо умножить натуральный логарифм возраста собаки на 16 и добавить 31. По мнению ученых из университета Сан-Диего, эта формула дает весьма точное совпадение возраста человека и собаки. Так, я пересчитала возраст своей собаки в человеческий. Теперь ваша очередь. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!